Жители Авдотьино оказались настойчивыми. Сначала со своими проблемами они пришли на общественные слушания. Запланированная объездная дорога, согласно представленным планам, проходит практически по их участкам. На этой неделе в ситуации они разбирались на личном приеме у начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Александра Ладышкина. Чиновник подтвердил, что теоретически тесное соседство с дорогой вполне возможно, однако заверил, что на практике такого допущено не будет. Встреча с заместителем главы городской администрации Владимиром Репиным тоже получилась многообещающей. Чиновник обязался по возможности благоустроить район, который выстроен на болоте. Значит, городским властям жители обращались по поводу своих еще и внутренних проблем. То есть, а поскольку их дома стоят на болоте, соответственно, там просто невозможно ходить. Вот. И надо сказать, что здесь тоже администрация пообещала помочь в плане подсыпки дороги хотя бы центральной. То же самое касается вопросов освещения. Потому что там будет расти поселок. Сейчас 147 семей, это все-таки тоже прилично. Вот. И у них, конечно, темно, грязно, сыро, и собаки бегают.